это важно, да, я понимаю. Конечно, очень важно. Я вам скажу, что, во-первых, для меня важно было ощутить отклик зала. Вот так, когда я уже вышла на группу, то есть я услышала, особенно в фольклоре, отклик зала, что вот зал принимает, а все как бы, да, и что мы кому-то нужны, теплое, тепло от зала. Понимала, что мы хорошо спели. Мне казалось, что очень много хороших коллективов. И Америка, и Прибалтийские, Латвия. Что вот хорошие коллективы, что они заслужили.